В Балаково в 22-й раз съехались лучшие борцы из нескольких регионов. Их собрал традиционный турнир по греко-римской борьбе в памяти Алексея Рогова, который проходит в рамках всероссийского проекта «Детям России. Образование, здоровье и духовность». Поболеть за балаковских спортсменов пришли и первые лица Балаковского района. Мы очень рады, что на территории Балаковского муниципального района вот уже 22-й год проходят уникальные соревнования в память о заслуженном человеке, рожденном и работающем на Балаковской земле, Алексее Владимировиче Рогове. И огромные слова благодарности его детям, которые вот каждый год собирают со всех концов Российской Федерации спортсменов по греко-римской борьбе. Мы всегда готовы вместе проводить этот турнир. И, конечно же, особые слова благодарности детям, тренерскому составу, родителям, которые предоставляют возможность вам тренироваться. Я очень рада, что этот турнир у нас традиционный. Я всегда посещаю этот турнир. Очень рада, когда у нас много здесь учащихся, их родителей. Потому что, знаете, в здоровом теле здоровый дух. Я всегда считаю, что чем больше наши дети занимаются спортом, тем успешнее они в образовании и в учебе. Так что я полагаю, что это праздник для всего города. А значит, мы все здесь. С каждым годом география турнира становится все шире. Ну, в этом году присутствует 26 команд из 12 регионов нашей России. В этом году приехали очень сильные борцы из города Оренбурга, Республики Калмыкия, Самарская область, Ульяновская область, Пензенская область, Саратовская область. Также есть хорошие, замечательные борцы, которые являются призерами первенства федерального округа, Приволжского федерального округа, призерами первенства России. У вас воспитанник города Балаково Емельянов Вадим является членом сборной Саратовской области, победитель первенства федерального округа, участник первенства России 2019 года. Балаковский район представлен не только командой из города, но и из нескольких сел. Ребята тренируются при поддержке некоммерческой организации «Дрозд Балакова». Этот турнир «Рогуск» мы всегда поддерживаем и будем поддерживать. А на каждом годом география этого турнира расширяется. Каждым годом увеличивается детей. Я даже не знаю, наверное, в следующий раз будем побольше спортзалов просить. Потому что дети не умещаются у нас здесь уже. Настоящим сюрпризом для юных спортсменов стала встреча с титулованным боксером Костей Дзю, который сказал напутственные слова борцам перед поединками. Этот турнир, может быть, не для всех, для кого-нибудь из вас станет отправной точкой долгого-долгого пути. Я вот сейчас вспомнил, в далеком-далеком 82-м году один из первых моих всероссийских турниров проходил в городе Ульяновске, который я выиграл, и, может быть, это и была отправная точка моего очень долгого пути в спорте, завоевания всех медалей, и самое главное, наверное, прославление своей страны и быть своих родителей. И еще раз хочу пожелать вам удачи на сегодняшнем татами же, да, у нас это не ринг все-таки, и красивых поединков, удачи. И без травм, конечно. Спасибо большое. Знаменитый боксер поделился с ребятами секретами успеха. Но, наверное, у каждого спортсмена, даже начинающего, есть свои хитрости. Надо заниматься и верить в себя. Я занимаюсь 5 лет, и самые большие мои соревнования – это первенство области. Там я становился 2 раза третьим и вторым. Советы, ну, я думаю, что каждый должен хорошо заниматься. Тот, кто по-настоящему любит борьбу, он ее никогда не бросит. Сегодня буду бороться 29 килограмм по 9 годам. И надеюсь, я выйду в финал, займу 1-е место. Расскажи, пожалуйста, про свои успехи. Есть у тебя какие-то уже победы? Да, у меня есть 8 первых, 4 вторых и 7 третьих. Всего 17 медалей. Балаковский турнир по греко-римской борьбе памяти Алексея Рогова – событие, значимое в календаре соревнований. Поэтому за 22 года проведения турнир вырос как по числу участников, так и по уровню их мастерства. В этот раз было разыграно 19 комплектов медалей.
В первый день, сразу же после открытия, началась соревновательная часть турнира, которая определила финалистов. Ну а 21 апреля во второй день соревнований прошли утешительные встречи, малые финалы и финальные встречи, где и стали известны победители и призеры турнира. Ребята из спортшколы «Олимпик» завоевали 19 медалей. Также специальными призами турнира были награждены Артем Сиваков за лучшую технику и Иван Лемза за самую короткую встречу и быструю победу.